Всем привет! Всем привет! О, Максим опять футболка, об которой можно чесаться. Я сейчас занимаюсь уборкой. Коля спит с ночной смены. Вот. Буду сейчас мыть Максимкины игрушки. Вот здесь вот в уголке у него стоят всякие разные маленькие машинки. И здесь вот, в общем, много пыли. Сейчас я это все в ванну закину и буду мыть. Машинку вымою. Хорошо. Решила я сделать вот так. Сейчас все игрушки скидаю в ведро и замочу их, помою так. А то здесь все пыльное, грязное. Давно уже не мыли. У нас уже Коля проснулся. Всем привет. Всем привет. И мы поехали на дачу. Будем еще раз отмечать Максимкин день рождения. А что, будем там что-нибудь брать? Дачу? Да. Что будем брать? Тортик. И что еще? Все? Ну, шашлычки, наверное. Тортик и шашлычки? Ну. Ну, давай. Арбуз будем брать? Ну, можно в Ленту тогда заехать. Взять арбуз? Ну, торт и арбуз там взять. А шашлык возьмем. Ну, поехали. В Березовке. Мне шашлык там в Ленте можно взять. В Ленте, Максим, невкусный шашлык. А я видел в Ленте шашлык. Так он там невкусный, Максим. Я все пофигу. Тебе пофигу? Я все улицу люблю. Надо крылышки взять. А поэтому будем брать шашлык пофигу где, да? Я буду крылышки. Ну, крылышки будешь? Значит, будем брать крылышки. Давай будем брать крылышки. Это, ну, он лежит продолговатый, а так он как бы, ну... Такой же, короче, как мы вчера брали. А продолговатый, это, знаете, как типа дыня, торпеда, короче, такие длинные. Вот там такие арбузы лежат, но это как бы вообще на это не похож. Ну, мы взяли по цене продолговатого. Не, ну он тоже должен быть вкусный. Максим, пойдем на кассу. Макс с ума сходит. А я все зеваю. О! Коля не выспался. Вообще жесть. А Максим за руль идет. Я вообще не выспался. Ты застрял? Нет. Вроде много не кушал сегодня. Но что-то подзастрял. Ой, блин. Так, ну ладно. Потому что мне уже 5 лет. А, уже можно, да? Мы уже не по трассе едем, мы уже съехали сюда, на дачу. Не, ну за рулем-то вообще сижу я. Так-то. Это так те, кто говорят там что-то, мне на них, если честно, вообще все равно. Кто там чего мне не говорил. Мне кажется, все в детстве так вот ездили. Я в детстве всегда так ездил, конечно. Я тоже так ездила. Тем более он едет не один, как бы за рулем, как некоторые там есть такие люди, кто говорит там, что вот ребенок за рулем, типа там туда-сюда. Во-первых, едет не один, во-вторых, он едет 10 километров в час. И в-третьих, тут никого нет. А в-четвертых, ему капец как нравится ехать за рулем. Ну, это как бы рулю-то вообще как бы я так-то, по большому счету. Да котик. На педали давлю тоже я. А я учу. Ну, да. Я его учу, как правильно ездить, чтобы он... Я в детстве, когда маленький был, меня тоже, да, учили ездить там. Все такое я до сих пор помню. Вот. А не так, что когда... Я больше чем уверен, что до 18 лет, кто ездил, ну, ездили практически все, я думаю, прям вот вообще все.
стопудово был такой какой-нибудь деда, который давал подачи где-нибудь прокатиться там и все такое. Да, у меня так и было. А баба, а не дед мне давал прокатиться. Ну вот, тем более. Тот же дед давал и Максу прокатиться. И Йохи. Конечно, это же пацаны, как не дать прокатиться-то за рулем? Да, ну играю. Максим играет в детский крокет. А Коля машину собрался пылесосить. Он вот так сделал, чтобы не так делались. И замедлялись. Да. Вон туда нужно закатывать шарик под ними, под этими так. Животными. Если это так, если сюда упадет, то все. То что все? То он проиграл. Ну, понятно. Ну, у нас, знаешь, сколько попыток? Сколько? Да сбойся! Столько же! На 3 раза! 30 получается? Дёрненько. Оп, оп. Опа. Я лучше покосу траву. Ну, покоси. Ушел косить траву. А вот так вот Максим косит траву. Вот у так. Него в руках нож. И он вот так вот косит и ведерко складывает. И что ты потом будешь с ней делать? Посидеть покажу вам. Пойдем. Тут заросло. Что там должно там, быть? Там заросло. Заросло все? Да, давай. Опять? Вот сюда. Кать, я вам покажу. Чё бегаешь вокруг? Вот сюда. Ага, и что? Сыпать траву. А зачем ее сюда ссыпать? Ну, просто камин твой где. Камин делаешь? Мы приехали домой. Коля снял с Макса кофту. Ой, фигня. Максим уже спит. Боня уже пошла давай, проверять. Давай. Заходи домой. Хочется уже спать пойти. Да, мы, кстати, на даче пока были, намылись в бане. У кого-то сигнализация работает. Намылись в бане, прям так классно, вообще капец, напарились. Я надеюсь, пройдет, да? Нос маленько заложен еще. Не, я думаю, что сейчас должно все пройти уже, после баньки-то. Все, выключилась сигнализация, наконец-таки. Да, пришлось подождать маленько, потому что, мне кажется, это не очень слушать эту ерунду. Вот мы будем сегодняшнее видео уже заканчивать. Выкладывать я его уже буду завтра. Сегодня, потому что все силы кончились. Да. Ну и завтра рано вставать. Так-то бы я сегодня выложила, если бы завтра можно было бы поспать. Ну а еще вот я сижу, смотрю на Боню, она... Я вот тоже выбирает, сижу. Выбирает, какую вещь скинуть. Да, она сидит под сушилкой и хочет платье мое стянуть. Я ее прогнала. Что платье, ну а то затяжки всякие пооставляет там, всякую ерунду. Ну, на Колиных футболках оставляет. Я думаю, откуда у него такие маленькие дырочки берутся на футболках? Ну, я тоже с удивлением смотрю, постоянно какие-то маленькие, такие маленькие, прям дырочки появляются. То на спине, то на животе, то еще где-нибудь. Это Боня, он просто стягивает с этого, с сушилки. Она виснет просто на вещах. Да. Поэтому надо, чтобы она это, не знаю, надо подвешивать, наверное, на потолок, я не знаю, куда девать это все дело. Но она все равно долго не висит, я как бы на следующий день всегда глажу. Все, она пошла на балкон, гулять пошла. Угу. Ладно, будем заканчивать уже видео сегодняшнее. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Всем пока.